Вопрос к плоскоголовым. Куда уходит солнце? Плоскоземельным, то есть. Неважно. Солнце, которое... Вот оно. Уходит за горизонт. Почему там горизонт? Куда оно уходит? Почему там оно больше кажется? По плоской земле оно должно висеть где-то вдалеке. Высоко. На небе, на небосводе, который, пускай оно маленькое будет, но оно больше становится, и оно уходит за горизонт, и где-то в других странах день, то есть в Америке день, а здесь у нас ночь, то есть оно туда приходит по-хорошему. Это что мы, значит, где-то в каком-то бугре живем, плоскоземельные чуваки? Отвечайте, не молчите. Все эти фигня, которая у вас там нарисована, движение Солнца и Луны по плоской Земле, это все фигня. Вот она реальность. Солнце уходит за горизонт. Там есть горизонт. Почему оно падает? Куда оно упало? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Это будет тема. Всем привет.